Девочки, привет! Смотрите, какие у меня уже огурцы! Огурцы! Вот, смотрите, какие красивые! Ой, они уже торчат! Хочу сегодня, на край завтра, увезу их уже на дачу в теплицу. У нас погода установилась, плюс 8, плюс 10, а это терраса. Терраса. Сейчас вот на забор будут красивые цветы. У нас вовсю сирень цветет, вон. Пахнет и грилям, и всем на свете. Здесь у меня терраса, девочки, здесь у меня стол. Владик, помаши. Смотрите, какая у меня красота. Какие у меня шикарные цветы, курочки. Хобана. Здесь у меня какой красивый цветок. Вот этот цветок, он цветет розовым и белым. Сейчас розовый, когда подольше подцветет, становится белым. Как бы как на солнце. Но он цветет как бешеный. Вот это все, что сверху красненькое, это все цветочки будущие. Здесь вот такой же вьюн, он со временем, вот точно такие же красные цветочки, он завьет весь горшок. Сейчас вот эти вот горшки, вот видно лучше, эти горшки надо засадить цветами и посадить на забор. Вот видите, вот как на террасе хорошо. Владик тут уже у меня отдыхает, мы от солнышка закрылись. У нас крыша от солнца, потому что через стекло припекает. У меня вон там, это моя внучечка. Видите, вот моя внучечка. Тут у меня огурчики уже стоят свеженькие. Скоро будем пробовать. Качеля, на которой мы качаемся. Мы приняли решение, на дачу мы сегодня не едем. Садим цветочки. И сейчас здесь будем пить пиво. Владик, помаши.